Добрый вечер. Наверное, первый вопрос. В эфире ли я, и слышно меня, и все ли в порядке? Да, вот, я вижу, как первый человек зашел, значит, я вижу, что все в порядке. Итак, добрый вечер вам. И пока все потихонечку начнут собираться, я спрошу у тех, кто уже подключился. Добрый вечер, Ирина. Добрый вечер, Саид. Да, добрый вечер. Так, я хочу спросить у тех, кто уже подключился и уже вошел, что пока остальные подходят, они подумали, может быть, написали свой вопрос, свой ответ на мой вопрос. Испытывали ли вы в своей жизни когда-нибудь страх? Или очень сильную тревогу, которая мешает вам жить. А может быть, некоторые люди испытывают эту тревогу... Привет, Тула. Испытывают эту тревогу все время по жизни. Может быть, есть что-то, что им постоянно мешает. Ну и, наверное, второй вопрос. Как вы думаете, хорошо ли, что у нас есть страх? Или наоборот, хорошо, что у нас нету страха, у каждого свое. И хотите ли вы вообще избавиться от страха, который идет с вами по жизни, или который приходит иногда в разных случаях? Буду рада посмотреть, если да, безусловно, да, да, бывает, конечно, конечно, бывает у каждого. Хочу вам сказать, что страх – это... во всяком случае, то, что я испытала на себе, каждый по-своему, это некое такое чувство, которое может нас просто парализовать или привести в состояние, когда мы не можем действовать, иногда даже не можем думать, не в состоянии принимать правильное решение и так далее. И тут, наверное, правильно задаться вопросом, чего мы боимся? От чего исходит страх? Откуда в нас вот это самое чувство? Что происходит конкретно? Скажу вам честно, что лично вот из маленьких вещей, которые я могу про себя рассказать, да, у меня был страх перед публикой, перед людьми. То есть выйти и начать говорить, и ты знаешь, что все на тебя смотрят. Это был просто ужас, 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 ужас. То есть я все абсолютно забывала, каждое слово, и вообще кошмар какой-то. А уж когда тебя вызывают к начальству, я не знаю, кто-нибудь, может быть, тоже это чувствовал, голова вдруг становится совершенно пустой, слова совершенно путаются, и сама ты себя чувствуешь, ну... грубо говоря, не очень умный, да. И вот как-то много лет назад меня пригласили говорить на одном большом женском съезде на иврите. Съезд, кстати, назывался, есть такой день, Кох-Нисан, съезд назывался Тасу-Аколь, Шебейхультехем, делайте все, что в ваших силах. Эти слова вообще Рэбби обратил к женщинам именно вот в это число «кох», «нисан», «кох» – это сила, «нисан», да, от слова «нес», «чудеса» и так далее. Особый день, который дает особую силу на весь, на целый год. И вот сижу я на сцене с еще двумя женщинами. Нам до этого предварительно раздали вопросы. Я абсолютно четко себе представляла, о чем я буду говорить, что я хочу сказать и так далее. А до этого я немного выступала на людях, и мне было очень непросто согласиться, но просили, и поэтому я действительно все приготовила, как порядочное, чтобы было все хорошо. И вот подходит мой вопрос, я отвечаю, все прекрасно. И после того, как я ответила, я совершенно отключилась. Я сижу на сцене, думаю о каких-то своих совершенно вещах, не имеющих совершенно никакого отношения к тому, что происходит. То есть я отработала свое, то, к чему меня пригласили, я ответила. И вдруг меня толкает вот так вот рядом женщина, которая сидит рядом со мной, до этого она отвечала, и говорит мне, ну, отвечай на вопрос. Задали вопрос.
Представляете, какой ужас, огромный зал, 10 тысяч женщин. Меня что-то спросили при всех, а я совершенно, я даже не слышала, я даже не помню, я даже не знаю, о чем мне отвечать. У меня было ощущение, желание или провалиться под сцену, да, или просто сказать, я не слышала вопросы, повторите, и ощущение вот это чувство, что ты будешь выглядеть абсолютно, вот этот страх пришел, ужас, да, будешь выглядеть абсолютной дурой. Да, теперь смотрю назад, ну, подумаешь, ну, выглядела бы там, ну, не услышала, бывает, все мы люди, да. Но я в какой-то момент, когда я просидела где-то вот эти полминуты в полном совершенном оцепенении, мне пришло такое понимание, что сегодня особенный день, сегодня Кох, Ниссан, Кох – это силы. И я начинаю говорить именно о том, что женщины должны ничего бояться, и как это тяжело идти вперед, когда ты не знаешь, что тебя ждет и так далее, и что от этого зависит весь наш мир и вся наша жизнь. Я так до сих пор не знаю, что меня тогда спросили. Тем не менее, женщины хлопали и подходили потом с вопросами и так далее. Ну, правда, я после этого пару лет уже не могла выйти на сцену и что-то сказать. Да. После этого были года, когда я ездила в Россию с уроками, и там мне тоже было страшно, и сами перелеты, и сами уроки, и незнакомые люди каждый день, и все это было действительно очень непросто. Надо сказать, что и сейчас перед каждым уроком мне тоже не так, чтобы оно прямо вот все само идет. Итак, что же такое страх? Что же это такое за чувство? Плохо ли оно или хорошо для нас? И как с ним жить? Если кто-то из вас помнит, в детстве мы боялись темноту. Я не знаю, все ли боялись, да? Но мы боялись что-то такое, что там за шкафом. Или смотрели в окно, там качаются ветви, да, деревьев ночью. Мы как дети боялись. Чего мы боялись? Мы боялись неизвестности. А что с нами взрослыми? Чего мы боимся? У нас иначе что-то, чем-то наш страх сегодняшний отличается от того страха детей, который у них был, у нас был. Да? Если мы с вами вдумаемся, то наши с вами осознанные страхи, они совершенно того же рода. Что там прячется? Как я буду жить? У меня ломается машина, а мне еще далеко до дома. Вот с ума сойду, только не это. У меня тоже есть страх где-то застрять на дороге, и что же я буду делать? И зарплаты не придет, и чем платить, и так далее. Я думаю, что эти проблемы знакомы практически каждому человеку. И мы практически так же, как те самые дети, которые не понимают, что там впереди, что там, куда, да. В одной группе задали вопрос, если у вас будет много-много денег, решит ли это ваши проблемы, а если да, то сколько, да. Я думаю, что даже деньги не решат все наши проблемы. Страх. И причин нашего страха становится, казалось бы, в этой жизни все больше и больше. Чем больше мы растем, тем больше мы взрослеем, тем больше проблем приходит к нам и, соответственно, больше страхов. У меня на работе есть женщина, которая сидит со мной в комнате, и каждый день я должна ее успокаивать, потому что у нее то одна, то другая проблема, и она воспринимает это как будто уже конец мира, и дальше жить вообще не для чего. И у нее жизнь просто страшный лабиринт. Да, она чуть-чуть прошла одно, вылезает другое, и так далее, и так далее, и так далее. Понятно, что такое происходит не с каждым человеком, но у каждого из нас есть свои страхи. Я бы хотела сейчас произнести некую фразу, которую, я думаю, даст направление нашему уроку. Бешту завещал его отец. Он ему сказал как-то, две вещи я прошу у тебя, сынок. Бойся Бога и не бойся никого, кроме Бога.
Надо понимать, что Всевышний создал нас, людей, человека с разными качествами. И одно из этих качеств – это страх. Да? Что такое страх? Это какие-то некие хайшаним, тот, кто знает, не говорит, что такое хайшаним, сенсоры по-русски, да, которые поставляют нам информацию. Информация примерно такая: стой, тут красный свет, туда не иди, там опасность. Это не бери, обожгешься. Да? Без этих сенсоров и чувств, которые они у нас вызывают, да, вот это предупреждение, наша жизнь была бы, наверное, в опасности. Каждый человек попадал бы в неприятные ситуации. И я хочу вам сказать, рассказать про один пример, который приводил Рав Эйзенштейн-Зальц. Ребенок, который заползает на подоконник, потому что он просто не понимает, что ему грозит упасть из окна вниз, да? Он не понимает, то есть у него нет чувства страха, он не понимает, что это опасно. А вот взрослый человек, который понимает, чем ему грозит, если он встанет на этот подоконник или перевесится с перил. Мы знаем очень много детей, которые залезают на перила. Отлично, они там покачаются, они съедут с лестницы. Прекрасно, это же весело, это здорово. У них нету информации о том, что это страшно. Нету информации о том, что это опасно. И хочу еще один пример привести. Представляете себе, бандит едет на осле к границе. И уже перед самой границей он начинает нервничать. Сейчас я должен переходить границу. У меня здесь контрабанда. Я не знаю вообще, меня схватят пограничники, что будет со мной, куда меня отведут, а вдруг пройду, а вдруг не пройду и так далее. Но он едет на осле, и он нервничает. Но осел его, который туда же едет, на ту же границу, он не испытывает ни малейшей тревоги. Он не испытывает этой тревоги, может быть, потому что он храбр, да, храбрый осел, или, может быть, потому что он осел. Да? То есть вы видите примеры, и вы понимаете, что, наверное, у осла есть свое чувство страха, заложенное на уровне его понимания или восприятия этого мира. Всевышний в нас лично заложил этот страх, чтобы мы понимали, каждый на своем уровне, в свое время и так далее. Итак, мы понимаем, что, в принципе, страх – это нормальное человеческое чувство. И, как всегда, мы начнем говорить и о нашей недельной главе, да, мы находим, что в нашей недельной главе есть рассказ о том, что наш праотец Яков очень хотел вернуться домой из Харана. Он уже был взрослый человек, у него уже было 11 детей, у него сыновей, у него была дочь. Вообще большой взрослый человек, у него были овцы, у него было много имущества, которое он вообще создал своими руками. И вот он решает: все, я иду, возвращаюсь. И тут по дороге, как говорит Мидраш, он встречает ангелов и просит их сообщить Исаву о своем возвращении. Но ангелы возвращаются к нему с очень неутешительным ответом. Исав идет тебе навстречу с армией, взяв еще 400 человек. Вы бы испугались? Вот про Якова написано: «И испугался Яков, и стало ему тесно». Наш праотец Яков, праведник, глава семьи, кого он испугался, Всевышним им обещано, что все будет хорошо. Чего он испугался? Есть очень интересный пируш в Мидраш Раба, который говорит о том, что если Яков боялся, значит, у него было некое понимание, что ему есть чего-то бояться, несмотря на слова Всевышнего. И мы должны понять, что именно этому качеству, и это подчеркивается в Мидраше, мы должны
не учиться, не брать это качество у Якова, хотя многие вещи мы учимся у наших праотцов, да, вот именно про это качество сказано, что мы не должны брать его. Конечно, Яков знал, насколько Исав опасный человек. Он видел Исава с кровью на руках, когда тот убил Немрода и продал свое первенство. Он знал, что Исав очень сильный и опасный. Если вы помните историю про одежду, ради которой Исав убил Немрода, да, помните, это была одежда самого первого человека, Адама Ришона, которую ему лично создал Всевышний, и она обладала особой волшебной силой, она подчиняла всех тех, кому, подчиняла всех тому, на ком эта одежда была одета. И вот именно в этой одежде Исав входил к своему отцу Ицхаку. Именно с помощью этой одежды Яков получил благословение от Ицхака, когда он одел ее вместо Исава, зайдя получить благословение. То есть Яков знает за собой некое, грубо говоря, прегрешение. Да? То есть он считает, что есть на нем некий грех, и понятно, что напротив него стоит Исав, человек, который, про которого вообще сказано, что за всю нашу историю, за историю всего мира не было такого человека, который бы так умел выполнять заповедь уважения родителей. Да? То есть Яков на своем уровне понимает, вот передо мной Исав, да, он убийца, да, у него на руках кровь, но этот человек мог исполнять и исполнял много лет заповедь почитания родителей, а я ее не делала. Значит, у Исава есть перевес, и силы будут на его стороне. 34 года Яков не находился рядом со своими родителями. Он бы, наверное, хотел бы исполнять эту мицву, хотел бы тоже быть хорошим сыном, но жизнь ему не дала. Кстати, я тоже себя часто ругаю, что мне часто хочется выполнять эту заповедь лучше, но жизнь так ведет, что не всегда получается так, как надо. У Исава было еще одно преимущество. Когда он узнал, что Яков получил обманом, скажем так, первородство, он смог сдержать себя именно для того, чтобы не причинить зло отцу, который бы не перенес, чтобы один сын причинил зло другому. То есть это тоже было почитание родителей. Яков знал за собой, что он не мог и не выполнил эту мицву, эту заповедь на таком же уровне. Надо понять, что страх Якова происходил не только от того, что Исав такой сильный, а из-за того, что он не верил в себя. Мало того, он был уверен, что ему не положена милость от Всевышнего, что он недостаточно праведен. Но это не все. Есть еще что-то, что он знал, что у него не в порядке. Что у него не в порядке? Мы знаем, что есть запрет жениться на двух сестрах. И тут он знал, что он приступил этот закон. Рамбам вообще говорит одну очень неприятную, тяжелую вещь, неприятную для Яакова, что Яаков следующее... В ближайшей недельной главе мы увидим, как он заплатит очень большую цену именно за преступление этого закона. Умрет его любимая жена Рахель по той причине, что невозможно было праведнику жить в земле Израиля с нарушением. И так как по очередности на Рахеле, хоть она и была у него любимой, он хотел на ней жениться первой, но по очередности действия он женился на ней второй, Лея была первой, поэтому вторая жена Рахель умирает. Так пишет Рамбам. Да? Я... рядом с Рамбом, чтобы спорить и говорить, что как это звучит, но тем не менее это так.
Что я пытаюсь до вас донести, все вот это рассказывая? Пытаюсь донести до вас одну вещь, что страх Иакова основывался на знании своих недостатков. Его страх был страхом перед Всевышним. Он полагал, что ему не полагается в данной ситуации некого снисхождения. Я вообще думаю, ну представляете, вот это про отец Яков, абсолютный праведник, про которого говорится, вообще человек, на котором стоит наш еврейский мир. Он думает про себя, что он недостоин, что вообще нам, каждому из нас, в такой бы ситуации думать, потому что, дай Бог, чтобы кто-то мог сказать, у меня есть всего там два греха, два прегрешения, два нарушения, не знаю, как это сказать, дай Бог, это невероятно высокий уровень. Да. Интересно, что Раши говорит о том, что первый грех, который приписывал себе Яков, да, это неуважение родителей, у него искупился в тот момент, когда у него родился Юсеф. Потому что Юсеф уважал настолько безмерно Якова, он зная, что его братья могут его убить, когда Яков его послал в Шхем, когда они стояли под Шхемом, послал его позвать назад братьев, он пошел, и даже архангел Гавриэль встретил его по дороге и сказал, не ходи, они хотят тебя убить. Он все равно сказал, мой отец меня послал, и я пойду. Да? То есть было понятно, что Йосеф – это тот человек, который Михапер, который как бы искупает вот этот как бы недочет, недовыполнение мицвы уважения родителей, которое было у Якова. Я хочу, наверное, немножко перейти к рецепте, к тому рецепту, который я, как сказать, объявила, некий рецепт, который, еврейский рецепт, который нам помогает. Мы должны понять с вами, знать, не просто понять, знать, просто крепко знать. Миши мамин ло мифахет. Кто верит во Всевышнего, тот не боится. Вообще скажете, что за дурачок. Я поверю во Всевышнего, что все хорошо, поднимусь на 10-й этаж, захочу прыгнуть, скажу, я поверю во Всевышнего, что он меня спасет. Прекрасно, да? Что это вообще за вера такая странная, удивительная? Вера, о которой я говорю, это вера о том, что в мире все бы ашгаха протит. Что такое ашгаха протит? Понятие ашгаха протит обычно переводится как божественное провидение, и оно означает, что Всевышний не только знает обо всем, что происходит в нашем мире, но и руководит этим миром. То есть ашгаха – это своего рода взаимодействие между Всевышним Создателем и всеми нами, всем им сотворенным. Да? И при этом это не одностороннее взаимодействие, а это двухстороннее самодействие. Да? То есть то, как мы проявляем один по отношению к другому себя. Что такое вообще наши страхи? Да, мы говорили в самом начале о неизвестности, о знании того, что о незнании того, что будет там за углом впереди и так далее. Один человек может или в силу того, что в силу его воспитания, или в силу того, что он так родился, он может видеть Всевышнего в каждой детали своей жизни, да, а есть более материальные люди, которые видят, что в этом мире много разных случайных, естественных причин происходящих, да, которые там животного, природного или какого-то свойства. Анекдот, помните, да, про стоянку машины, когда человек подъезжает, говорит, Всевышний, Всевышний, все занято, ему надо срочно бежать на собеседование, Всевышний, Всевышний, помоги мне поставить машину, чтобы нашлось место. Вдруг какая-то машина выезжает, он заезжает и говорит, все, Всевышний, я уже сам разобрался, да, мне не надо, да. Так вот у одного человека он скажет, вау, ашгаха протит, я только приехал, место освободилось, Всевышний вообще обо мне позаботился. А другой скажет, а вообще Всевышний тут при чем? Человек уехал, у него там была надобность и так далее, да. Так вот, вера во Всевышнего, она служит основой для
нашего битахона, для нашей уверенности в том, что Всевышний предоставляет собой абсолютное, абсолютное, вообще просто стопроцентное, тысячепроцентное, да, добро для нас. И именно Он направляет наши пути. И поэтому у нас нет никаких причин для беспокойства или страхов о будущем. Да? Только благодаря нашей с вами вере, вере каждого из нас в божественное провидение, мы поднимаем себя на тот самый уровень, когда мы связываем Всевышнего с нашей жизнью и с тем, что с нами вообще произойдет. То есть главная вещь, которую мы должны делать, одна из главных вещей, это помнить, что у этого мира есть начальник, есть руководитель, есть руководящий. И он любит нас, он любит каждого из нас. Он любит меня, он любит вас, он любит, вот кто у нас тут, Ленар, Ирина, Алена, Мирослава, вот каждого из вас и всех по списку я как бы... Не перевернула всех, да, каждого из нас Всевышний любит. И, наверное, еще одна очень важная вещь, которую нужно знать, это то, что никто не может сделать вам плохо, только вы сами. И то, что ваш личный, наш личный, мой личный поступок, поступок каждого из нас, он всегда возвращается нам бумерангом. Может быть, не сразу, может, через много лет, да, и мы... все, что мы делаем по отношению к другому, все это приходит к нам. Не Всевышний нас наказывает. Всевышний желает нам только хорошего. Он дает нам только хорошее. Только наши какие-то нехорошие поступки, наши плохие слова, наши неправильные действия, они могут принести для нас в этот мир действительно некое горе, которого мы потом будем бояться. Какой вывод вообще мы можем сделать вот из всего того, что я сказала? Что нам делать, когда стало страшно? Окей, хорошо, я тогда-то поступила неправильно. Теперь мне это вернулось, передо мной некая ситуация, которую я должна каким-то образом решать. Мне сейчас страшно, точка, да? Что я должен делать? Для верующего человека, я сказала сначала поверить, это понятно. Поверить, знать каждую секунду, есть Всевышний, есть руководитель этого мира, он желает нам хорошего. Так вот, для верующего человека любая мысль, и слова, они вещественны, и они способны изменить мир. То есть мысль способна изменить отношения между людьми, если мы говорим, что у нас есть страх между чем-то, что некий человек нам говорит, делает, приносит, в ваших силах, в ваших возможностях это изменить. Каким образом? Нашими мыслями. Если мы думаем негативно о человеке, что он плохой, что с ним невозможно ничего поделать, он всегда будет относиться по отношению к нам плохо. Но если негативно думающий человек будет говорить все время своему ребенку, ты плохой, и характер у тебя отвратительный, то ребенок, конечно, не улучшится. Но в тот момент, когда мы поверим в нашего ребенка или поверим в человека, который стоит напротив, и с которым у нас какие-то неприятности и вопросы, которые мы должны решить, мы подумаем про него хорошо. Просто подумаем хорошо. Может быть, этот человек ведет по отношению ко мне себя так, потому что у него то-то, то-то, то-то и то-то, и я должен понять, и, может быть, я, наоборот, должен вместо того, чтобы злиться, обижаться на него, проявить какое-то сочувствие, какое-то понимание, да, хотя сейчас он мне кажется таким большим страшным Исавом, который нападет на меня с 400 воинами, да, в ваших силах изменить отношение другого человека к вам и его поступки к вам, да, то есть то, что мы получаем от других, это то, что мы физически создали в этом мире. Когда к третьему Ребе Цемах Цедеку приходили евреи и начинали жаловаться на болезни, на бедности, на свои проблемы какие-то в семье, что им говорил Ребе? Он говорил на идыше «Трахт гуд,
Wird sein gut. То есть думай хорошо, и все будет хорошо. Это наиболее такое сильное, яркое проявление позитивного мышления. Про все, про всех думай хорошо. Кстати, хочу сказать, мой муж часто не согласен со мной именно в этом вопросе, но, тем не менее, я не раз видела, что именно это мышление и такое поведение, оно действительно приводит в результате, не сразу, не в ту же самую секунду, да, но приводит в этот мир много хорошего. То есть мы должны не жаловаться, не стенать по поводу плохой жизни, а смотреть на нашу жизнь как на вещь изначально самую замечательную, самую прекрасную, а на трудности, которые возникают, и на проблемы, которые у нас возникают, как на что-то, что поддается решению. Да? То есть если это пришло нам, это только для того, чтобы мы поднялись на некий уровень, чтобы мы преодолели некий махсом, некую заслонку в себе и стали лучше. Любые трудности, они даются Всевышним нам как подарок. И, кстати, «думай хорошо, будет хорошо» — это любимые слова Любавического Рэбе, и он ими изменил не одну семью и судьбы многих-многих людей, в частности, мою, могу сказать честно. И я вам дарю, берите с собой этот совет себе в пользование и бойтесь только Всевышнего и своих плохих поступков или слов, да, потому что мы должны знать, что Всевышний любит нас. И любое испытание – это нам подарок. Так что не бойтесь ничего, нет никого, кроме Бога одного, мы боимся только Его. Не дай Бог обидеть того, кто нам дал жизнь и дает абсолютно все в этом мире. Если мы будем Его любить, а он нас будет любить безоговорочно, то мы принесем в этот мир много чего хорошего, и в частности себе. Так что пользуйтесь, дай Бог, и до следующей недели. Всего хорошего. Надеюсь, что на следующей неделе мы с вами встретимся, потому что у меня сегодня с Божьей помощью родился 18-й внук, и на следующей неделе будет брит этого моего 18-го внука с Божьей помощью, поэтому я совершенно не знаю, когда я смогу приехать, но я очень надеюсь, что я приду на урок, и все будет вовремя, а если нет, то с Божьей помощью изменим на другой день. Всего хорошего, до свидания.